Сшитак. Чего не хапая? Может, книжки? Не, книжка не треба. А вось часописа модного как раз и не хапая. Вось. Доброго ранку усім глядачам, добра ранка. Кася, привітання. Привітання. О, які ручки у тебе пригожі. Ага, пригожі. Малювати будеш? Лесик, не малювати, а писати. Я у школу збираюся. Пойдеш у справжню школу, де дітки вчаться? Конечно. І буду я там самой лепшей вученицей. А писати буду так пригоже, так пригоже. Одну літеру, наприклад, зеленым кольором, другую синим, третью червоним. І моя наставниця... Поставить тобі дрянную отзнаку. Что? Лесик, что ты такое говоришь? У школе, Кася, в учни пишут ручками синим те фиолетовым стрижнями, а не зеленым, и тем более червоным. Чому это? Тому, что червоным наставница в учнем помылки выправляя и отзнаки ставить. А зеленым? А зеленым можем дома малевать у альбоме. Ну, а хоть ось разнокалеровые заколочки, стужки можно у школу? Можно. А вось гэты часопіс так само дома покинь. У школе вучатся, а не модные часописы разглядают. Лесик, я не думала, что у школе так сумно. Что ты, зусім не сумно. У школе цікаво. А ты откуль ведаешь? Мне дети рассказывали. Какие? Тые, якія нас уже чакают на ранішнюю разминку. Побегли хутчэй. Побегли. Добра. О, добрая раніца, шановные глядачи. Так, поднимаемся. Доброй раніцы, хлопчики и девчонки. Так, сегодня нас с вами чакая зарядка в олимпийском стиле. Я зроблю из вас соправных спортсменов. Сходные? Добра. Перед тем, как начать олимпийские гульни, треба подрихтоваться и крыху размяться. Почнем. Повторяйте за мной. Вот так, разминаем шею. Вот так, по крузе. Вот так. Так. Молодцы, плечики. Вот так, ага. Так. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Молодцы. Теперь вот так, ручки. Так. Молодцы. Так. Долони. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так, молодцы. Теперь робим вот так. Оп, оп, оп. Не-не-не, вот эта частка рухается. Ага. Вот так, по крузе, молодцы. А зараз вот так вот униз и вверх. Униз и вверх. У другий бок. Униз и вверх. Униз и вверх. Молодцы. Зараз ножки. Так. Вот так вот. Вот так робим. Вот так. Трясем, 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 трясем. Вот так. Поскочим на одной ножце. Так, поскочим на другой ножце. Вот так. За одной на другую, за одной на другую. Вот так. Ага. Так. Молодцы, скончили. Я лечу, что вы готовы. Вы готовы? О! Тады начнем. Початку. Бег по крузе. Побегли по крузе. Вот так. Добро. Так. И первый, разумеется, я. Так, стоп, у другий бок. Так, у другий бок. Вот так. И становитесь на свои места. Так, стали на свои места. Молодцы. Наступное соборничество. Скоки у вышиню. Повторяйте за мной. Вот так, оп. Так, выше. Выше, як мага выше. Вот так, оп. Молодцы! А зараз становитесь побач со мной. Так, у один радок. Вот так. И будем выполнять скоки у должню. Кто далее скочить, той и перемог.
Пачнем! Опа! Молодцы! Я еще разок. Так, хучей, хучей, хучей. И... Оп! Так. Ничего себе. Я еще разок. И... Последний раунд. И... Ух! Ух! Молодцы! Зараз становитесь на свои места. Так, мы будем кидать ядро. Повторяйте со мной. И оба-но! Другой ручкой. Оба-но! И... Ух! Полетело! Па-па-ух! И... Па-па-ух! И опушнее споборництво. Тяжкая атлетика. Поднимаем штангу. Робим это вот так. И... Оп! И вверх! Оп! Вниз! Оп! И так. Знову. Опа-на! Вверх! Вниз! И еще! Вверх! Еще вверх! Вниз! И вниз! Ох! Скончили! Молодцы! Вы соправдные переможцы! Ура! Ну что, сподобалась вам наша разминка? Сподіюся, вам она так само сподобалась. До новых встреч! Бывайте! Лесик, я вот что вырешила. Я покуль у звичайную школу не пойду. Чому? Погляди, какая я еще маленькая. Мне еще рано за парту сядать. Я дошку не буду бачить и наставницу. Ага, не готова ты еще до звичайной школы, згодный. А фотоаппарат тебе на что? 1 вересня я буду фотографовать пригожих девчонок и хлопчиков, которые с кветками пойдут в школу. Здорово! А я буду тебе помогать. Лесик, мне помогать не треба. Я сама справлюсь. А что я тогда робить буду? А ты... Тобі нема чого робити. Можеш дома заставатися. Кася, у свято я не хочу дома сидіти. Ну, тоді на вулиці можеш погуляти. Один? Ні. Во! Я придумав. Я буду школьників вітати і шарики повітряні дарити. Так. Тримай. Ні, мені не треба фотоапарат. Треба. Ты будешь фотографом. А шарики кто дарить будет? Я. Здорово я придумала, правда? Ну, добро, домовились. У меня отрымливаются выдатные сдымки. Вось и добро. Лесик, погляди. Пригоже так. Вельми и святочно. Тебе так само фотоаппарат пасуя. Кася с Лесиком до нового навучального года готовые. И до прогляду мультфильма так само. Ага. Лесик, давай гулять у школу. Я уже все подрыхтовала. Давай, я буду наставником. Яким наставником? Физкультуры. Не, я наставница, ты вучень. Я так не хочу. Ну, после поменяемся. Ну, добро. Так, зараз у нас урок читания. Выкликаю до дошки. Мяне. Лесик, ты не ведаешь, что с места кричать нельга. Али, я хочу до дошки. До дошки в учне выкликая наставник. А я добро читать умею. Лесик, коли тебе выключен наставник, тогда и будешь отказывать. А мне сидеть надокучило. Коли скончится урок, тогда и сможешь устать за парты. Я заразумел, Кася. Какая Кася? Я наставница. Стоп, гульня. Чому это стоп? Кася, у школьников апошние дни каникул. А мы заладили школа, уроки. Давай лепш детям пропонуем провести апошние дни каникул цікаво и с корыстью. Давай. А что ты маешь на увазе? Ну, лепей девчонки и хлопчики в апошние вольные дни, например, у планетары сходить. Там так цікаво. Ну, хай сходить и меня с собой возьмут. Тобе там сподобается, можешь не сомневаться. Гляди, что для нас усих топа подрыхтовал. Доброй ранницы, Светлана.
Здравствуй, Топа. Ну, нарешті я трапив у планетарий. Мы очень рады тебя видеть, так же, как и всех зрителей планетария. Уже 50 лет к нам приходят дети и взрослые, и всех мы очень рады видеть у нас в планетарии. Скажите, Светлана, а это правда, что у планетарий можно мультики глядеть? Топа, и не только мультфильмы. Самое главное в планетарии – это звездное небо. Пойдем, я тебе много чего интересного покажу. Ой, здорово. Ой, Светлана, скажите, а что вось гэта за конструкция такая? Топочка, это проектор звездного неба «Планетарий». Называется вот так же, как и наше здание, в котором мы сейчас находимся. Ой, как цікаво. А что там? А это и есть наше небо, на котором появляются звезды. А можно поглядеть? Конечно, но только не сразу. Когда заходишь в звездный зал с дневного света, с улицы, в темноту попадаешь, звезд сразу не видно. А коли я их смогу убачить? Только спустя 20 минут. Наши глаза целых 20 минут к темноте привыкают. Зато потом звезды видны все-все-все. Ну, коли так, тогда у нас есть час на невеличкую экскурсию. Конечно, Топа. Пойдем, покажу тебе, что у нас здесь еще есть. С удовольствием. Ой, да тут соправдный музей. Ну, можно сказать и так. Действующий музей – это наши эффекты планетария. Здесь есть приборы, которые показывают кометы, молнии, болиды, полярное сияние. Ух ты! А как это все работает? Есть у нас специальный пульт для управления эффектами планетария и звездами. Пойдем, я тебе покажу. Ой, здорово! Ух ты! А это что? Пульт управления. Сердце планетария, можно сказать. А как он працует? Очень много кнопок и рычажков, видишь? Все приборы, с которыми мы только что с тобой познакомились, управляются через этот пульт. К примеру, вот здесь включаются молнии. Вот такой тумблер и кнопочка. Молнии сверкают на небе. Ух ты, какая маланка! Да, она очень яркая, и зрители вскрикивают, когда она вспыхивает ярко. А еще что? Еще здесь у нас включается маленький луноход. Посмотри. Вот он едет по поверхности Луны. Правдный луноход. Здесь же у нас и солнышко восходит, когда нужно. Вот здесь солнышко включаем, и оно ползет к горизонту. И зрители вдруг видят восходящее солнце. Но самое главное, Топа, здесь мы управляем нашим планетарием. Здесь зажигаются звезды. Дякую вам, Светлана. Было вельми цікаво. Пожалуйста, Топа, приходи еще и приводи друзей. У нас много интересных, веселых, музыкальных, но самое главное, познавательных программ для взрослых и детей. Обовязково приду и сябров приведу. Бывайте. До свидания. Дорогое лето! С тобой было так здорово! Будем тебе вельми чакать! Так,
Выдатно написала. Тебе подобается, Лесик? Лесик! Лесик, ты где? Я тут. Гляджу, як птушки отлетают. Куди? На полдень, ведомо ж. Птушки отлетают, значит, лето завершается. А я вось лету поштовку написала. Погляди, подобается? Ну. Так, подобается. Лету будет приятно. Ну не сумуй, Лесик. Я и птушкам могу написать. Обовязково напиши, Кася. Напишу. Только яким? Ну, какие на Беларуси першими на полдень отлетают? Ах, это какие? О, зараз доведаемся. Давай! Для пералётных птушек сигналом збираться у вырай з'являются першие жнивенские ночные похолодания и скорочение дня. Конечно, птушки ж не могут укрыться коудры, тебя прануть на себе прыгожую теплую кофточку. Не могут, а перамены на дворье яны вельми отчувают, особливо иволги и стрижи. Вось яны першими и отлетают у вырай, за ими шпаки, пеночки, камышовки. А после? Кулики, ластовки, стрижи, потом журавли и водоплавные птушки. Ой, я обовязково буду глядеть в небо, коли журавли за 3-9 земель лететь будут. Только як мне не пропустить? За березами назирай. Ах, это на что? При чем тут березы? А при тем, что первые журавлиные чароды з'являются у небе на початку вересня, коли начинают желтеть березы. Вось я на что? Я и не ведала. Зато и зараз будешь ведать. Это ж кольки им лететь. Полдень так далеко. Лисик, а птушки нек рыхтуются до полету? Обовязково. А як? Не уже так само ранешнюю зарядку робить? Птушки, Кася, перед дальним перелетом добро харчуются зернем, якое засталося после жнива, ягодами, плодами фруктовых дрэв. Назапасить силу, энергию и наперед. Так. Лисик, а кто отлетает на полдень опошним? Какие птушки? Лебеди. И они сбираются у вырой ажно у кастрычнику. А какие птушки на зиму застаются у Беларуси? Веробьи, вороны, глушцы, синички, крыжадюбки. Запомнила. И теперь я ведаю, яким птушкам першим по штуку рыхтовать. А я ведаю, что мы зараз будем робить. Что? Мультфильм глядеть. Ой, добра. Лесик, коли б ты был птушкой, у якую б краину на зиму полетел? Я не могу явить себе птушкой. Бо я не птушка. Ну, а ты поспробуй. Не могу и не хочу. А чому не хочешь? Потому что теперь я хочу. Ну? Ну, чего замолчал? Кася, коли б я был птушкой, я б никуда не отлетал. Я б по Беларуси летал, летал, летал. Летал, летал, летал. Ой, Ясик, привитание. Привитание. Добрый ранец усим. Ну что, у шлях? Куды? Летать, летать, летать! И нарешті у цікаве місце прилететь. І з цікавими особами познайомиться. Полетели! Ой, як співають птушки! Для мене гэта найліпшая пісня. Жучки, павучки, вусні, усі радуються теплу і сонцу. О, а вот и он! Той, до кого мы сегодня в гости завитали! Вожик! Привитание, колючек! Сустракай гостей! Подобно ему зараз не до нас. У клубницы залез. Принюхается. Разумею, у клубниц таки водор. Нюхал бы и нюхал. Ел бы и ел. О! Мне уже вырашил с места скрануться. Уже нарешті звернеш на нас увагу. Чомусь мені здається, що навряд чи. Поглядіть, засунув нос у клубничний пучок, аби це нас не зауважає. До речі, вожика можна зустріти у занедбаних садах, парках, хлібних полях і, як бачите, у клубницях. Харчуються гетеї драпежні звірки
жуками, дождявыми чарвяками, жабами, мышами. А наш, мне здається, і от солодких ягодок не відмовився би. У вожика добрий зрок і слих, і вельми тонке обоняння. Дякуючи їм, звірки знаходять собі їжу. Ось ухопив б ягодку, да напевно нас соромиться. Невероятно, скрануюсь із місця. Цікаво, куди накерується. Так, так, протягуємо сочить. О, перемещается уполнено. Ой, на вокал такая прыгажость. Але вожику не до прыгажости. У яго есть мета. Только вот якая. Ой, як же хочется доведаться. Спынился, задумался. Что ж колючика затекавила? А, напевно, ян вырешил притаиться, каб яго котяня не зауважила. Усё, небезпека минула, можна далей рухацца. Важная інформацыя. На скуры вожыка шмат кляшчоў, небяспечных для жывёл і чалавека. Вожык счэсвае іх з лясных траў, нібы шчоткай сваім іглістым панцырам. Таму я раю яго не чапаць. О, глядзіце, схаваўся ў лісцях клубніцаў. Думаю, что его никто не бачит. Бачим, бачим. Ну, добро, не будем тебе перешкаджать. Придем до тебе в гости как-нибудь еще. До встречи. Ну что, сябры, надышел час развитываться. Жадаем всем сонечного дня. И приемного. И незабывного.